Привет всем, меня зовут Дмитрий, и мы с тобой продолжаем играть в Planet Crafter. С тобой мы будем проходить ее до тех пор, пока не наберется хотя бы миллиончик. Хочу заметить, что это не так долго делается. И, возможно, это даже последняя серия. Просто давай мы сейчас с тобой исследуем вот этот вот рецепт. Так, есть у меня еще хоть один микрочип? Нет, микрочипа нет. Я сейчас просто не могу отвыкнуть от игры, которую я только что пытался записать. Я ее не записал, потому что какое-то говно получилось. Но говно, но не только из-за того, что я ее записывал, а еще из-за того, что там преальфа 005, и, соответственно, там вообще нет ничего, еще английский язык, ничего не понятно. Очень странная задумка игры. Короче, вот что. Здесь мы ничего не можем найти, микрочипов больше нет, и, соответственно, мы идем с тобой разблокировать. Знаешь, что идем разблокировать? Мой, кстати, задом летать гораздо выше. Получается. Ты смотри. Не шута себе. А вот так взлететь нельзя высоко. Не, можно, конечно, если вот так вот будешь смотреть. Ладно. Мы летим разблокировать один из чертежей. Почему-то... А где у меня все чертежи вот эти вот разблокируются? Неужели он в том? Мне почему-то казалось, что в том жилом комплексе... У меня нет ничего, кроме нагревателей. Или у меня там вообще нет ничего, я, может, заблудился вообще. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Да, вот он. Картографирование. Отлично, картографирование. Давай мы с тобой сделаем вот что. Мы с тобой сделаем пусковую платформу. Для этого нужно 3 железа, 3 суперсплава. Точнее, в нашем случае с тобой 2 суперсплава, но... Я человек простой. Я пойду соберу суперсплав вон там. Хе-хе. Да, прыгнул? Ты посмотри-ка, ну. Соберу суперсплав здесь, потому что... Бежать, надеяться, что у меня достаточное количество суперсплава на базе находится, я не хочу. Я хочу прийти и знать точно, что у меня есть с собой. Разбрасыватель травы. Мы сейчас разбросаем здесь траву. Это, кстати, очень полезная вещь. Она сейчас, мне кажется, терраформирование увеличит в разы. Ну, трава, понимаешь? Трава это... Это основополагающая вещь в природе. Если бы не трава, мы бы сейчас с тобой умерли бы все. Ну, потому что, в конце концов, трава — это зелень. Зелень — это кислород. А кислород — это жизнь. Так, куда-то я не туда, по-моему, плыву, бегу. Возможно, да. Да, прыгнул. Офигеть. Не видно ни черта, тут все желтое стало. Я почему-то бегу в другую... Ну, вот, типа, я бегу туда, куда мне не надо, я так понимаю. Да, пиздерики. Убежал, куда мне не надо. Ну давай поглядим, здесь что-нибудь может лежит. Железо, лед, алюминий. Алюминий пригодится всегда. Алюминий, знаешь, это такая вещь, которая... Которая уж точно не пропадет. Опа, золотой ящик. Статуэтка, урановый стержень. У-у-у, ёпа-мать, я нашел, что, золотой нашел? Нашел золотой ящик. Нашел золотой ящик и бегу к себе на базу, потому что я сейчас могу погибнуть. А погибнуть это не здорово. Погибнуть совсем не круто вообще. В такой ситуации очень глупо будет погибнуть. Хотя у меня дом рядом где-то. Кстати, даже вот есть биокупол. Сейчас сделаем и биокупол, и разбрасыватель травы поставим. И вообще все поставим, все, что можно быть, поставим. Потому что, знаешь почему? Потому что мы можем с тобой поставить это все. А куда это я забрел? Выход должен быть где-то здесь. Да, выход вот. Одни песчаные бури, да что такое? Это что получается у меня какой? Т2, реактивный ранец первый. Здесь реактивных ранцев нет.
Здесь есть только экзоскелет. Он мне пока не нужен. Мы с тобой что собирались сделать? Вот это. Титан и железо мне нужно. Пойдем, все выброшу я на базе на своей. На основной. На той, которая вон там находится. И, соответственно... Соответственно, будем собирать металл. Не металл, а железо и титан. Ну, в принципе, металлы будем собирать с тобой. У меня есть вода? Воды нет. А зачем мне золотая статуэтка? 600! Ёб твою мать. Чай, нужно этого, третьего уровня, трансформатор этот поставить. Нифига там черная луна какая. Переложить нужно алюминий весь. Только вот куда? Вот сюда давай перекладывать. Вот сюда. И вот сюда. Мне нужен суперсплав, титан да алюминий. Больше ничего не нужно. Так вот, мы с тобой продолжаем играть. А у меня вебка почему-то решила, что не нужно выдавать 60 FPS. Она, блядь, начала тормозить там сзади, задерживаться, еще что-нибудь сейчас. Надеюсь, что она больше так делать не будет. Вот. Я вот посматриваю на нее, но вроде как не делает так она. По крайней мере, не делает так же, как делала. Так, водичка мне нужна. Лед у меня есть? Нет у меня льда. Пойдем отковыряем льда немножечко. Хотел сказать, давай поближе найдем где-нибудь. Поближе нет ничего. Ну и пожрем, да. Давай. А вот, урановые стержни все вот эти вот. Сюда переложу. Так, три железки есть, мне нужно три титана. Просто три титана найти. Вот так сказать, да? Просто три титана найти. Ни хера себе, не просто три титана найти. Три титана здесь было раньше. Сейчас три титана здесь уже нет. Мне немножко не нравится качество изображения. Сейчас цвет изображения меня. Но я вроде как нормального цвета, а вот эта вот серость по краям, она мне прям не нравится. Она должна быть черная, она серая, оказывается. Но я со временем, наверное, приучусь, и, возможно, у меня оно будет сзади черное. Немножко понастраиваю, там посижу. Просто что-то как-то через приложение, которое работает непосредственно с этой вебкой, оно как-то чуточку притормаживает, как будто бы. Как-то оно очень сглаживает все. И получается вот-вот оттягивание такое моих движений от звуков. А куда, зачем я обратно пришел? Мне нужно построить. А строить мы где будем? Какого она размера? Ебать, колотить, она огромная. Куда же ее поставить-то? Она огромная, она просто реально огроменная. Во! Пиздец, электричество кончилось, серьезно. Еще делается вот это. Три суперсплава, урановый стержень, две бутылки воды. Две бутылки воды. Делов-то. Мы сейчас сделаем быстро. Мы сейчас быстро это все исправим. У нас же с тобой есть урановый стержень. Суперсплав. Сколько там суперсплавов надо? Три суперсплава, две бутылки воды. И урановый стержень. Он где-то здесь лежал. Вот он. Берем. Благо хоть производители... работают без электричества. Ого! Еще один! Какая красота! Сколько у нас там, интересно, киловатт еще свободных осталось. Наверное, очень много. Пойдем посмотрим, что здесь. Так. Запустить в космос. Нет объекта для запуска. Ракета для притяжения астероидов. Бонус к генерации тепла. Давление. И просто GPS-спутник на экране картографии, который рисует, видимо, что-то. Мы с тобой давай начнем с притяжения астероидов. Сделаем из 3 кобальтов ракетного двигателя и...
двух суперсплавов. Нужно сделать ракетный двигатель, правильно я понимаю? Ракетный двигатель делается не так уж и сложно, по-моему. Из чего он там делается, кстати? Я же их нашел. Я же их не делал. Из иридиевого стержня, суперсплава и двух уранов. Иридиевый стержень, кстати, давай-ка мне сюда. И двух уранов. Так. А сколько там суперсплавов-то надо было? По-моему, нужно было их... По-моему, их нужно было, это факт. А вот сколько? А вот сколько мне хер кто скажет, правильно же? Я забыл, представляешь? Два кобальца, значит, нужно еще, значит, один суперсплав, потому что мне не хватит, скорее всего. Пойдем, конечно, залезем наверх, посмотрим, убедимся, что мне не хватает. Опа, залез. Да... Мне три кобальта нужно, вот чего мне не хватает-то. На самом деле все гораздо проще. Какая красота. Ух. Ух, блин, вот это да. Как мне вот это вот заскринить бы еще... Вот это мощь. Ракет в космос полетел, ты гляди. Терраформация просто по единице в секунду почти пошла. Она очень быстро идет. Там еще с тобой биокупол надо и разбрасыватель травы поставить. Сука, я не к себе приманивать, астероид этот собрался, эй. Ракет для притяжения астероидов. Я ее запустил и начало бомбить меня, представляешь? Вот это да. А кто ж так думал-то? Кто ж так делает-то? Ну действительно теплее становится, наверное, да? Когда на тебя огненные шары летят, каменные. Да, скорее всего, реально становится гораздо теплее. Но мы с тобой. Мы с тобой сейчас... Знаешь, что сделаем? Мы с тобой сейчас вот что сделаем. Мы с тобой сейчас соберем баклажан. Сожрем этот баклажан. Чтобы у нас здоровье-то было лучше немножко. И сделаем биокупол. Три суперсплава. Два титана. Давай разбрасыватель травы сначала тогда сделаем. Уж больно здесь. И флоростенд нужно. Два кремния и бутылка воды. Кремний. Нет кремния? Вот тебе здрасте. Ну пойдем, найдем кремний и лед. Сделаем флоростенд, посадим туда вот эту херню, которая плюс 600 там процентов кислорода дает. Вот кремний. Так, для... Нагреватель, ёпа мать. Для того, чтобы поставить биокупол, нам нужно два титана, два кобальта. Два титана нужно найти сразу, чтобы мы с тобой потом не бегали, их не искали. Два кобальта, вот они. Раз кобальт, два кобальт. Это железо. Это ни черта не титан. Вот титан. И здесь наверняка еще один должен быть. Ну, 100%. Где же он? Ёжики зеленые, ты смотри. Тут все... Что это такое? Это что? Уран. Это урановые херовины прилетели, представляешь? И я их могу собрать. Вот тебе здрасте. А где вот это собрать? А вот это не собирается, это просто так. Вообще я за титаном пришел. Это что? Это кобальт, а мне нужен осмий. Мне бы хотелось осмия набрать. Слушай, а так уран добывать гораздо безопаснее и быстрее. Хочу заметить. Просто тогда-то я ковырял его где? Правильно, находил в сундуках. А сейчас я просто его собираю рядом с домом. Мне просто на дом упало много метеоритов. В котором были ураны. В которых был уран, точнее. Можно сделать сейчас еще одну. Как ее называют?
ядерную эту херовину, которая, блядь, как много здесь всего. А это что такое? Это все кобальт, блядь, это не осмий ни хрена. Это все кобальт. А мне этот кобальт вообще не упирается, я хочу осмия найти, мне осмий нужен. Чтобы экстрактор построить. О, ща найду. Инвентарь полон. Давай кабачков сожру. Баклажанов. Вот это да. Дай домой зайду хотя бы. Нифига себе, ты смотри, что летит-то. И сколько всего этого летит. Так, чтобы сделать биокупол, мне не хватает 3 суперсплавов и семян. Семена у меня есть? Есть. Давай водички все-таки сделаю я. А то помру еще. Так, хватит падать. Я не хотел, я не заказывал. Не заказывал столько метеоритов. Мне нужно такую кучу искать. С синим свечением. Чтоб там был осмий. Скорее всего, потому что зеленым свечением там вон уран был. А, да, блядь, какой огромный камень. Блядь, да хватит меня бурить. Я не заказывал столько огромных камней с неба. Это кошмар, ты понимаешь, это кошмар. Я сейчас залезу и не вылезу. Я вот сейчас уже этим занимаюсь. Так. Камни пропадают. А какие-то не пропадают. Вон там еще уран. Но мне это нужен не уран. Мне нужно найти этот. Как его называют? Так, дверь мне завалили, блядь. Мне нужно найти суперсплав. Вот суперсплав мы сейчас найдем. Построим. Все, что только можно построить. И, соответственно, все. Соответственно, да. Да-да-да. Вот уран валяется. Блять, сколько уран-то. Это урановый дождь был. Просто урановый вагон лежит. Ты смотри. Видимо, скоро также и осмий выпадет. Просто я другого даже не представляю. Уже 1 000 000. Мы с тобой когда играть начинали, записывать, я сказал, что до 1 000 000 сегодня хотя бы, может быть, дойдем, и тогда посмотрим. А у нас уже с тобой почти 1 000 000. Сейчас я на 5 секундочку еще отвлекусь. Что там в сундуке? Суперсплав. Дождь пошел, ты гляди, какая красота. Пошел дождик в игре. Это офигенно, просто офигенно. Мы с тобой настолько развили планету, что пошел дождь. Так, ну суперсплавов должно хватить. И мы с тобой побежим сейчас, знаешь куда? Вон, опа. Мы побежим сейчас с тобой вон туда. Суперсплава, говорю, хватить должно, да? Я просто знаю, что у меня здесь есть жилой этот сектор, так сказать. Поэтому я спокойно тут бегу. Бегаю. Потому что у меня вон там вон домик. Из-за этого я спокойно бегаю. Если бы у меня не было здесь дома, я бы даже так это не расслаблялся. Прет тепло, прет кислород, прет давление. Давление, конечно, медленнее, но в целом тоже быстро. Биокупол. Могу теперь сделать. И не хватает только семян. Семена у меня все находятся, правильно? Вон там.
У меня еще, кстати, есть уран. Я сейчас из урана сделаю этих ядерных реакторов, которые мне будут вырабатывать энергию, и из которых я сейчас спокойно смогу забубенить что-нибудь такое, что у меня будет увеличивать терраформирование в разы. Правильно? Правильно. Ну, потому что могу. Вот что. Вот почему. Так, прилетели. Положили алюминий. И со спокойной совестью... Ой, взяли семена. Алюминий нужен для биокупола-то, дурачок. А вот... Вот эти семена мне не нужны. Ух, какой огромный биокупол. Поставим его вот сюда. Может, вот сюда, вот просто, ну, типа... Вот можно же было только что. Ну-ка, ну вот так же можно. Ну это издевательство уже, если честно. Вот. А, не могу. Я хочу поставить на землю ровно. А он не ставит. Да пошел он в жопу. Поставлю его вот сюда вот, куда поставится. Правильно? Правильно. Вон туда. А его вообще можно вот так залепить. Блять, нет. Я хочу, чтобы он стоял все-таки хоть чуть-чуть ровно. В жопу. Пусть на весу. Пусть чуть-чуть да на весу стоит. Не хочет он на земле устанавливать. Хотя он... Да ни хера он не на земле. Железяку сворую. Терраформация. Ты смотри, прет. 1.23 уже. Пока мы с тобой тут это... Пока мы с тобой ерундой вот этой занимались. Кислород, вон он. Летит вверх просто. Что у нас по потреблению электричества? Нет здесь у меня табло. Табло у меня здесь отсутствует. Я понял. Давай сделаем еще один ядерный реактор. Две бутылки воды и стержень. Стержень, соответственно, что? Правильно, из урана. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И две бутылки воды. Но сначала сделать стержень нужно. Вот так. Две бутылки воды. Делов-то. Парам-пам-пам, 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 парам-пам-пам. Когда там еще будет камнепад, чтобы я мог собрать спокойно осмий? А осмий мне нужен, очень срочно нужен осмий. А, нет, мне не сюда нужно. Мне нужно вон туда. Строить еще один ядерный реактор. Вот так вот. Так, еще делается... Экран энергопотребления. Вот сюда вот воткну. Пускай все ходят, смотрят. У меня 121 киловатт доступен. 121 киловатт. Я смогу, знаешь, что сделать? Биокупол 37 жрет. Я смогу нагреватель поставить. Большой. Большой-большой который. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Правильно, правильно. А у меня где палочка-то ифритовая вот эта вот? Где она у меня находится? Куда я ее дел? Или я ее потратил куда-то? Не знаю. Давай сделаем большой нагреватель. Огромный нагреватель. Титан и алюминий мне нужен. Ракетный двигатель я сделал вот куда. Титан и алюминий. Блять, нет титана, представляешь? Представляешь, нет титана. Негде взять титан. Кончился весь, представляешь? Представляешь, весь его выцедили. Может, вот лежит? Может, вот лежит? Может, вот лежит? А нет, вот он. Вот он лежит. Никого не трогает. Так, нагреватель можно, наверное, на улице же ставить. Нельзя на улице поставить. Ты представляешь? На улице нельзя ставить нагреватели. А, вот у меня еще один.
нет, два нагревателя стоит, ёпа-мать. Давай сначала сделаем жилую комнатку. Ну, потому что здесь вообще до жопы занятого места. И нужно как-то это все. Так, а где у меня свободное место есть? Наверное, нигде. Наверное, придется ставить вон там. Не, наверное, придется ставить вот здесь. Нет, пап. Наверное, придется ставить вот тут. Давай поставим вот тут. Так, и что дальше? И поставить нужно будет, наверное, лестничку наверх. Железо. Желез, говорю, железо. Железо, где железо найти? У меня же здесь много железа было. Вот так, наверное. Взобрался. Да, вот так оно и работает. Смотрим. Вот сюда нужно нагреватель влепить. Мне не хватает титана. Титан. Пойдем за титаном. Еще лед надо взять, потому что у меня кончилась вода. Ух, блин, вот это да. Вот это игрушка, вот это игрушка. Казалось бы, да? Ранний доступ, 0.5. А игра интересная. Еще бы здесь сюжет, сюжетка была бы какая-нибудь, хоть какая-нибудь, хоть какая-то маленькая сюжетка. Но не такая, какая сейчас. Чуточку больше сюжетки было бы здесь, и был бы вообще огонь. Здесь не хватает прям, знаешь, прям малость самую сюжета. У, поперло. Так, попьем с тобой. Правый клик, клик, чтоб построить. А оно мне надо? Давай посмотрим, как тепло идет. Тепло идет только так. Быстрее, чем кислород. Кислород мы сейчас с тобой, знаешь, чем будем добивать? Нам, во-первых, нужно собрать воды. Вот что нам надо делать. Алюминий, магний, кремний, железо. Все, что можно только взять. Алюминий. Каких там все количествах-то? По одному. Магний, кремний, кобальт. Ничего нет. Магний, кремний, кобальт. Магний. Кобальт. Кремний осталось найти. Это вот всегда была у нас с тобой проблема с этим кремнием. Пойдем найдем кремний. И со спокойной совестью построим. Что построим? Правильно, построим то, что будет у нас собирать с тобой воду. Так, не, он не так должен работать, дружище. Наверное, вот куда-нибудь вот сюда я его поставлю. Минус 11 киловатт. Открыть коллектор. И что сюда должен поставить? Это он собирает бутылки воды? Я понял. А откуда он берет бутылки? Он их сам, что ли, делает? Ладно. Коллектор поставили. Разбрасыватель травы. Две бутылки воды. Магний, алюминий и семя. Магний, алюминий и семя. Магний, алюминий и семя. Сделаем два разбрасывателя травы. Там нужно по две бутылки. С каждой стороны, получается, мне нужно 4 бутылки воды. И 2 алюминия. Уже почти 2 миллиона. И это круто. Мы с тобой уже, блин, развились только так. И вот так вот. Чего? А, семена забыл. Разбрасыватель травы. Красота? Красота. Куда бы сейчас ее разбросать? Давай вон туда вон ее разбросаем. Вот сюда поставлю. И вот сюда поставлю. Красота? Красота. Сейчас трава вырастет.
Ну, может быть, не сейчас, может быть, когда-нибудь, может быть, даже вообще не сегодня. Но попёрло. 1.77, хочу заметить. 1.77. У меня вон там есть экран терраформации. Нужно пойти глянуть, на каком этапе мы сейчас. Ну и параллельно будем собирать уран, чтобы потом сделать еще один ядерный реактор. Ведь мы с тобой на этом останавливаться не будем и вообще не собирались. Куполь-то этого, смотри, до жопы. Жидкая вода. В смысле, жидкая вода, блядь. Она сейчас что, твердая, что ли? Текущий этап дожди. Получается, дожди. Подожди, дожди, дожди. Можно снаружи это построить? Я просто хочу очень построить снаружи. Семена возьму. И пойдем отсюда нафиг. Хочу вон там посередине влепить. Кобальт. Все равно кобальт. Почему он снаружи-то только строится? Да твою мать. У меня места тут столько нет. А почему он здесь снаружи, ой, внутри не строится? Что нужно сделать такого, чтобы он построился? Ну правда, ну действительно, но это не серьезно. Молодые люди, кто-нибудь помогите. Так, спокойно. Ага, может быть и там тоже так можно было сделать. А я просто пар... Да, можно. Да, можно, можно. Все, дождь, жидкая вода. Смотрим, жидкая вода. Жидкая вода из-за чего получается? Из-за того, что тепло будет. А возможно из-за того, что будет давление. Не, ну скорее всего тепло. Смотри. Тепло, кстати, уже должно было растаять. Вот это вот канитель, которая там у нас говорилось, что пещеры растают, и то, и все, и 50-е. Пойдем с тобой смотреть на жидкие пещеры. Из-за того, что стало очень тепло, должны были растаять льды в пещерах. И там, возможно, что-то очень-очень-очень-очень интересное в этих пещерах находится. Возможно, вообще неинтересное, но мы с тобой не знаем, что там находится, поэтому нужно пойти да посмотреть. Я прям как Человек-паук. Ля. Растаяло. Осмий. Здрасте, приехали. Вот тебе осмий. А это что такое? А это не растаял еще. Осмий. Сера. Сера осмий, сера осмий. Этого, говорит, не играть, тебе хватит. Начнет плавиться при 5 UK. Хорошо. А вот этот осмий я не взял. Уже радует. Вот тебе осмий. А я за него переживал очень сильно, что у меня его нет. Теперь он у меня есть. Теперь он у меня есть и в достаточных количествах. Из чего делается экстрактор руды? Остановись. Экстрактор руды из чего делается? Из иридиевого стержня, алюминия до титана. Титан возьму сейчас. Иридиевый стержень сделать вообще пальцем поковыряться. Ух, как здесь... Вон там мы с тобой не были только. Вон туда нам надо обязательно. Но в следующей серии уже сгоняем. Ну вообще круто, на самом деле. Круто. Ой, куда я лечу-то? Вон трава растет уже. У нас с тобой 2.15. Вообще красота. Так, мне нужно куда-то переложить все это. Так, мне вот этого хватит. Соответственно, я делаю сейчас... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эй! Че, у меня 9-го нет, что ли? Серьезно? Ты сейчас пошутил. Или нет? Скорее всего, ни хрена не пошутил. Правда 8, что ли? Правда 8. Поехали. Вот там вот точно есть.
2.20 терраформации. Я же находил. Все, я взял. И мы идем с тобой обратно. Делать иридиевый стержень. Красота, блин, вообще неописуемая. Мне очень нравится эта игра. Она прям реально интересная. Здесь реально интересно в нее играть. Экстрактор руды. Алюминий и титан. Алюминий и титан. Хорошо. Так, и что у нас получается-то? Железо, блядь, серьезно? А можно что-нибудь не железное? Поменять что-то можно там, нет? Может, по-другому как-нибудь сделать? Давай попробуем вот так сделать. Перевести, так сказать, это все вон туда. Может, тут мест неурожайный какой-нибудь? Нет, урожайное место. Просто оно, блядь, не собирает ничего, кроме железа. А нахера я его делал вообще? Тоже не знаю. Ладно, хоть травка зеленеет. Солнышко блестит. Что у нас здесь еще есть? Такое прям серьезное. Взрывчатый порошок мне не есть чего делать. Пока рано, пока рано, пока рано. Можно попробовать. Что сделать? Коммуникационную антенну. Или она у меня есть? Не, у меня ее нет. Коммуникационную антенну. И построить вот экран. Экран передачи. Два кремния, железо, магний. Сейчас мы этим и займемся. И на этом закончим, соответственно. Два кремния. Два кремния, что там? Железо, магний. Два кремния, железо, магний. Два кремния, железо, магний. Два кремния. Железо. Это титан, блядь. А почему один титан теперь появляться начал? Вот железо. И магний. Так, а на тарелку кремний, титан, железо, алюминий. Кремний, титан. Железо. Алюминий у меня есть. Сейчас все соберу. Это ж не жалко, это ж не сложно, это ж недолго. Так, построим тарелку. Алюминий не взял. Огромная тарелища какая, ну. Давай наверх куда-нибудь поставим, чтобы она вот тут крутилась, стояла. Не, нельзя, что ли? Ты тут, да ладно тебе, ну, что придумываешь-то? Ладно, хер на тебя, давай вот тут будет стоять. Хорошо. И теперь пойдем ставить экран передачи. Экран передачи можно поставить рядом с энергопотреблением. У меня еще 16 киловатт остается. Не обнаружена антенна связи. Ты что, дурак, что ли? Мне еще надо рядом построить. Как она не обнаружена, если она вот она? Пойдем построим поближе. Делов-то. Можно на крышу поставить, например. Не? Нельзя. Ну, блях ты, муха, ну. Пусть тут крутится. Так, ну здесь, собственно, все, что мы с тобой уже читали, по-моему, в корабле в каком-то. Так что мы давай с тобой прощаемся. Спасибо обязательно. Обязательно спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. И мы с тобой увидимся в следующей серии. И всем пока.